Все нормально, проект прошел не зря. Но я не выхожу из дома, скрываюсь просто. Какой главный страх твой? У подростков есть такая проблема, их не принимают родители, как и меня тоже не принимали. Я хочу помочь людям. Ты стоишь один, и тебя никто не замечает. Танцуй. Просто была цель. Есть цель, не вижу препятствий. Сейчас ассоциируешься как леди или все-таки пока осталась пацанкой? Ну что значит леди? Леди — это не та, которая придет на мероприятие или выйдет из дома в платье на каблуках. Как бы мои внутренние ощущения, они, ну, как бы слегка женственные. Все нормально, проект прошел не зря. Пока я скрываюсь просто. А популярность пришла большая? Очень. Многие люди узнают. Да, поэтому я не выхожу из дома. А вот какая мотивация у тебя вообще по жизни? Вот что ты хочешь, чего добиться хочешь? Ну, это прям такой глобальный вопрос, на него я не смогу. Но есть какие-нибудь цели в жизни, которые вот хочешь в ближайшее время достигнуть? Я хочу помочь людям, и неважно как, и неважно там с чем, просто как можно большему количеству людей просто помочь. Ну, у подростков есть такая проблема, их не принимают родители, как и меня тоже не принимали. И вот это, наверное, основная моя цель будет — помочь таким подросткам, там, людям, которых не принимают их родители, родственники, близкие там. А какой совет бы ты дала вот таким людям? Никогда не сдаваться вообще, даже если ты остался один в мире. Если ты остался один вот среди толпы этих людей, ты стоишь один, и тебя никто не замечает, танцуй. Это очень круто. А какой главный страх твой? Скалопендры. Ну да, правда, я боюсь этих насекомых, у которых много лап. А тяжело прошли все испытания в проекте? Тяжелое испытание было с высотой. Просто была цель. Есть цель, не вижу препятствий.